Владимир Ильич Ленин, несомненно, одна из выдающихся личностей 20 века. К его юбилею организаторы подготовили большой календарь событий. В них будет представлено несколько образов вождя мирового пролетариата, чтобы жители и гости города смогли погрузиться в эту эпоху. Вот такой единый календарный план, даже вот, вы видите, по толщине, а там мелким шрифтом все написано, очень-очень приличный. Один из необычных проектов подготовили в Ульяновском драматическом театре. Мультимедийная выставка «Ленин. Ренессанс» позволит переосмыслить образ Ленина через современные формы искусства. В экспозиции работы, выполненные в технике видеоарт, саунд-арт, иллюстрация и нет-арт. Организаторы уверены, подобная концепция подачи исторических событий обязательно понравится молодежи. Образ Ленина становится таким вот, как бы сказать, товарным знаком. Он уже перестает быть, собственно, да, он может быть брендом, он может быть каким-то товарным знаком, он может быть чем угодно, только вот не исторической личностью вождя. И вот это такая ирония над вождизмом, таким вот над культом личности, она отражается вот в среде как раз-таки молодого искусства, актуального искусства, современного искусства. Специалисты Ленинского мемориала решили заострить внимание на личности вождя и предоставить слово ему самому. Проект «От первого лица» – это сборник подлинных документов, архивных фотографий, художественных образов. Главная цель проекта – показать Ленина как ученого, политика и простого человека. Личное – это как-то всегда уходило. Мы ограничивались семьей Ульяновых, ограничивались таким образом маленького Володи. На самом деле он был достаточно сложный человек, и он не пускал в свое личное пространство. Он не любил этого, когда вторгались в его личную жизнь. Открытие третьей части проекта, где расскажут о Ленине как о практике революции, состоится 12 марта в Ленинском мемориале. Больше 200 экспонатов отразят путь вождя революции. Ульяновские художники готовят выставку «Образ Ленина в изобразительном искусстве». Известно, что в экспозицию войдут не только портреты вождя. Выставку планируют представить в Ульяновске, Димитровграде и нескольких районах области. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.